Друзья, здравствуйте! За рецепт этого салата спасибо каналу «Шуршу по дому» и его хозяйке Илине. Уверена, что салат получится очень вкусный, ведь в него входят все продукты, которые я люблю. Это 150 граммов отварной свеклы, 150 граммов сырой моркови, 2 долечки чеснока, 50 граммов поджаренных орехов грецких, 50 граммов промытого чернослива, 2 отварных яйца и 100 грамм сыра. Заправлять салат я буду майонезом. Теперь нам надо приготовить в отдельных посудах 3 независимых друг от друга салата. Для первого салата я натерла на мелкой терке морковь. Добавлю в нее меленько порезанный чернослив. Немного подсолю. И заправлю майонезом. Для второго салата я в натертый сыр положу натертый белок. Все на мелкой терке. Сюда же добавлю раздавленный чеснок. И заправлю майонезом. И для третьего салата я натерла на мелкой терке свеклу. Добавлю в нее порубленные грецкие орехи. Я их просто порезала ножом. Немного соли и майонез. В салатник выкладываем слой сырного салата. Теперь слой морковного салата. И сверху свекольный салат. Салат можно подавать сразу, а можно убрать пропитаться в холодильник. Перед самой подачей посыпьте салат тертым желтком. Посмотрите, как он эффектно смотрится в прозрачной вазочке. Вот так выглядит порционная подача салата. Одно небольшое замечание. Я уложила вниз морковный слой, и он у меня слегка потек. Поэтому я рекомендую вниз укладывать сырный салат, как наиболее устойчивый. Друзья, я поздравляю вас с наступающими праздниками. Спасибо вам за внимание и приятного аппетита!